я не занимаюсь с маленькими, я это не умею. Это на самом деле особая, даже я бы сказал, профессия, да, вот занятие с маленькими. И она чрезвычайно важна. Потому что мы в консерватории уже получаем готовый продукт, который либо человек правильно научен, и тогда у него есть дальнейшая профессиональная жизнь, а если нет, то нет. И что-то менять уже поздно. Вот садись, потому что я тут просто о технологии тогда немножко поговорю. Потому что этот вопрос интересует всех, и на скрипке, естественно. Потому что самое главное – это школа. Это единственное, основное. Да? То есть, как человек научен. Почему я говорю, что это крайне важно, вот те люди, которые занимаются с маленькими детьми. Школа – это скрипка, это такой инструмент, вот как балет. Или как теннис. Если вот они сейчас уже там начинают в 3 там, года ракеты, если у тебя неправильно поставлен удар, никогда не сможешь играть на серьезном профессиональном уровне.